Всем привет, я Скай. Кто звал меня? Какое задание сейчас мне нужно выполнить? Скай, сейчас в магазинах появились новые куколки Лол. Они называются Winter Disco. Ты можешь их нам привезти? Конечно! Никаких проблем. Сейчас я полечу на своем самолете, и мы принесем новых куколок. А вот и шарик с куколкой Лол. Вот какая она красивенькая. Так, один шарик мы получили. И снова в путь. Вот, а теперь у нас есть еще шарик с сестренкой. Ну что, ваше задание я выполнила. А теперь мне пора бежать и спасать и выполнять другие задания. Спасибо, Скай, прилетай еще к нам в гости. Привет, мальчики и девочки. Сегодня у нас в магазинах появилась наконец новая серия куколок Лол. Winter Disco. Как видите, Скай нам привезла с собой двух куколок. Мама, начнем с маленького. Всем привет. Да, вот сегодня в распаковке мне будет помогать Маргарита. Ты хочешь сестренку распаковывать? Да, сестренку. А я хочу большой шарик начать распаковывать. У нас... Ты не распакуешь сестренку, а себе такую большую куколку. Эту старшую сестру ты мне распакуешь. А я могу. Ну что, будем открывать? Конечно. Все она сама там есть. Да, сама сестренка. Всего 5 сюрпризов. И из этих шариков можно потом сделать снеговика. А давайте сначала будем распаковывать и открывать молнию, да? Это я. Вот тут всякие вещи. Так, у нас выпала подсказочка. На подсказочке у нас молоток и снеговик. И написано Building a Show Baby. А следующую молнию открываем. Это подсказочка. И далеко с молотком. Да, как ты думаешь, что она значит? Вот, там голубенький. Да, все правильно. Половой. У нас есть голубой шар, который нужно открыть. Ого! Открыла. Пакетики замороженные. Ну-ка, давай посмотрим, какие там сюрприз-пакетики. Там есть подставочка. Ого, тут подставочка. И последний. Ну-ка, давай возьмем подставочку, соединим, да? Это очки с морковкой. Это мама снеговик. Морковка. Носик. 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 Мама носик. Морковку. Куда приклеить? Давай морковку мы пока обратно приклеим, чтобы было видно, что здесь было в наклеечках, да? А здесь наклеечки для снеговика. Бантик, очки, глазки, морковка, губки, бровки, ротик. Давай посмотрим и покажем тоже всем, какие куколки есть в этой серии. А здесь есть и питомцы, и девочки. Кто же нам попался, как ты думаешь? А вот такого снеговика можно собрать из всех куколок. Верхний шарик это Лилс, средний шарик это питомцы Пэтс, а нижний это Глиттер Глоб, как раз большая девочка, которую мы еще не распаковали. Так, вот сюда. Давайте посмотрим. А теперь мы соберем шарик и поставим его пока в сторону.
и будем открывать с тобой замороженные пакетики. Да? В самом маленьком у нас такие туфельки. Беленькие туфельки. И на них черные бантики похожи. Открываем следующий пакетик. Здесь такая вот шапочка. А на шапочке у нас кубики. Так, и последний пакетик мы открываем. Мы смотрим, что же нам попался. О, вот это да. Кто это вообще? Это питомец. Питомец? Ну-ка, давай посмотрим. Это куколка. Кто это такой? Черненький, какая заморашка. Черненький и глазок не видно. Что же нужно делать с ним? Нужно его очистить. Что нужно, чтобы он очистился? Его что нужно? Водичка. Водичку сейчас мы его поставим. Мы набрали водичку и поместим его, чтобы он очистился. И вместо чертенка, чтобы мы узнали, кто нам попался. Мы будем с тобой открывать следующий шарик. Да, теперь мы откроем молнию на этом шарике. Монет. Под первым слоем нам попалась вот такая подсказочка. Здесь нарисованы сумочки и подарки. А подсказки написано Shopping for Presents. Теперь откроем мы следующий слой. Смотри, что здесь такое? Снежочек тоже голубой. Снежок. И тоже голубой снежок в нем. Нальем давай сюда воды. Мы нальем, но сначала мы с тобой посмотрим, сколько у нас здесь пакетиков. Еще подставочка. Пакетик с куколкой. Еще и пакетик. Вкладыш. Ой, сколько пакетиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетиков у нас. И вкладыш с куколками. И мальчиков. Да, и правильно, здесь еще есть мальчик. Помимо девочек, здесь есть мальчик. Да, сейчас мы откроем наши пакетики и посмотрим, кто же нам попался. В первом пакетике у нас попалась подставочка. Мы соберем шарик. Подставочка сюда, под ножки куколки. Потом нужно достать саму подставку под шарик. И потом закрыть крышечку. Хорошо, Рита, закрывай сама. Следующий пакетик. И нам попались крылышки. Крылышки такие блестящие, серебряные. Похоже, это ангелочек нам попался. Вот крылышки у нас есть. Ой, здесь какие красивые. Туфельки с помпончиками в блестках, все блестят. Откроем следующий пакетик. В нем такая же блестящая бутылочка с серебряной крышечкой. Все в блестках. Вся блестящая. Держи. Еще один пакетик. Очень красивая платьица, беленькая, с блестками. Тоже все-все блестящее. Ну, а там сама куколка. Теперь мы
откроем, посмотрим, какая куколка нам попалась. Кто-то уже догадался, что за куколка носит крылышки? Это большая. Какая девочка в колготочках с карими глазками. И эту девочку зовут Bashful Cutie. Давай попробуем вынуть у нее изо рта жвачку. И становится вот такая. А куколка совершенно очаровательная. У нее необыкновенная прическа. Она такая блестящая, приятная. Симпатичные колготочки. И нам осталось ее еще одеть. На носике у этой куколки есть веснушки, а на щечке сердечко. С правой и с левой стороны. Попробуем нашу куколку одеть. Кто попался нам в маленьком шарике? Это собачка. Нет, это не собачка, да, это обезьянка. И кто нам попался? Это обезьянка. Да, это питомец-обезьянка, очень симпатичная. У него хвостик такой с завитушкой, а на голове целая прическа. И еще у нее есть шапочка. Обезьянка смешная. Ей не подходит. Почему не подходит? Обезьянку зовут Тауманки. И она как раз может менять цвет. Надо посмотреть только, в какой водичке. Девочка жует жвачку. Чтобы ее напоить, жвачку нужно изо рта вынуть. Мы крылышки еще не прикрепили. Вот, я уже одела нашу красивую девочку. У нее за спиной крылышки. Она вся блестящая, как белоснежный ангелочек. Мы поставим сюда куколку, а сюда обезьянку. Тут специально открывается дырочка, и сюда наливается водичка. И нужно еще закрыть. Вот такой у нас сказочный шарик получился. Один шарик с куколкой, а другой шарик с питомцем. Стаканчик с холодной водой и с теплой. Давай сюда обезьянку. Опускаем ее. Посмотрите, как здорово. Холодную водичку мы опускаем, а в обезьянке появляется костюмчик. А когда мы опускаем в теплую, костюмчик полностью исчезает. Наша обезьянка накупалась и будет сейчас отдыхать. А теперь мы попробуем с тобой попоить обезьянку. Куколку. Набирай бутылочку. Набрала? Я набрала. Попои куколку. Куколка у нас должна плеваться. Да, куколка у нас плюется. Вот такие куколки из серии Winter Disco нам попались. А какие вы хотите, чтобы куколки из этой серии попались вам? На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока!